полосатый гетто. Любовь зла, полюбишь я. Добрый день! В эфире программа «Кровь и любовь». Когда в семье происходит сложная ситуация, мы пытаемся об этом молчать. Но когда уже молчать невозможно, мы начинаем говорить вслух в прямом эфире. Чтобы поделиться своими семейными проблемами, к нам приехала семья Кондрашовых из Санкт-Петербурга. Александр и Василиса. Встречаем! Присаживайтесь. Василиса, расскажите, какие у вас проблемы? Мне вот просто обидно. Я отдала ему лучшие годы своей жизни, а он... Александр, а ну-ка расскажите нам, куда вы дели лучшие годы Василисы и почему она на вас обижается, а? Ну, какие могут быть обиды? Просто с нею нам не по пути. Совершенно разные мы виды, не закрутишь, как ты не крути. Раньше жили мы с ним сыто пьяно, пока знания он не приобрел. В гороскопах вычитал, что я, мол, обезьяна. Обезьяна я, а он орел. Обезьяна я, а он орел. Она макака по знаку зодиака. Да и без знака, она макака. Она макака по знаку зодиака. Да и без знака, она макака. Давайте посмотрим на сложные взаимоотношения в семье Александра и Василисы. Саш! Жрать иди! Да сейчас! Саш! Ну сколько можно ждать, блядь, уже тебя? Иду, иду. Опять, блядь, бананы. Нахуя готовить мне бананы? Обезьянью блядскую еду. Сыт по горло я бананом сраным. Сковородки «Кефаль» созданы для жарки рыбы, но готовы к любым испытаниям. Дуй домой в свою Караганду. Как же вам не стыдно бедную девушку друга обругать матом, да еще и по голове сковородкой? Сковородкой стыдно. А ты сейчас поебалу получишь. И что здесь такого? Мне кажется, Василисе очень нравится, когда ее бьют. Она возбуждается, и грудник такие ролевые. Женщина, вы в своем уме? Вы говорите полнейшую чушь. Так, Василиса, а что ты сама-то думаешь о ваших потасовках? Раньше жили мы с ним сыто-пьяно, пока знания он не приобрел. В гороскопах вычитал, что я, мол, обезьяна. Обезьяна я, а он орел. Обезьяна я, а он орел. Она макака по знаку зодиака. Да не без знака, она макака. Она макака по знаку зодиака. Да и без знака, она макака. Ну, суки, реагируйте, повторяйте. Знаете ли вы, что в их отношениях замешана еще одна персона? Подруга семьи Кондрашовых Флорида. Ха, встречаем! У меня ничего с Сашей не было, мы просто друзья. Не было, говорите? Внимание на экран. Благодарю вас. Нам, орлам, все до лампы и выше. Не колышат дела нас, мартышьи. С обезьяной ты каши не сваришь. Обезьяна орлу не товарищ. Ах ты пизда! Перья! Перья! Остановитесь! Остановитесь! Зачем это все? Остановитесь! 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 Остановитесь!
полюбит никогда орла. Но нам удалось заснять, чем закончилось свидание Флориды и Александра. Внимание на экран! Ясно. А ну дай сюда. Она макака по знаку зодиака, да и без знака. Она макака по знаку зодиака, да и без знака. Она макака. Что ты себе позволяешь? Пиздец. Да сейчас я тебе покажу. Любите друг друга! Несмотря ни на что, кровь и любовь! Я же говорил программу «Бомба».